Всем привет, с вами снова я, и сегодня я играю со своим другом в Roblox. Дурс, но плохой. И чё, Демид, погнали? Да, идём. Пошли. Заходи в лифт. Ладно, идём. Всё, пошли. Идём. Так. Это дурс, но плохой. Так, Демид, прячься, Раш. Умер. Быстрее иди сюда. Иду. Давай, я тебя жду в этой комнате с Рашем. Он заново не появится, ты не знаешь? Ну, заново появится, конечно. Конечно. О, я вижу уже твой ник. Почему я в дверь не могу войти? Давай, входи уже. Все, прячься, прячься, прячься. Все, все, погнали. Все, выйти не мог. Что за фигня, ты слышишь что-то со звуком? А, все, там Раш залагал, у него что-то со звуком было, ты слышал? Ладно, побежали дальше. Вот уже глаза. Скоро сик будет, точнее, вот прям сейчас. Блин, а чего вот глаза появляются только 11-я дверь? То есть, по идее, они появляются от 20-й, ну, от 30-й до 40-й где-то. Все. Побежали. Прикольный ремикс играет. Прикольный ремикс, согласен, тебе прикольный ремикс. Вперед, вперед, вперед. О, руки. Что-то со мной сиквы сбежал. Да, его запустили. Ладно, прикольно. Ну там вот, у меня вот в друзьях есть пацанчик. А, ты слышал амбуш? Звук амбуша был. Меня не убило. А что тут амбуш появился? Вот теперь, прячься. Что-то странно, что-то вообще этот дурс тут плохой лагает. Что-то амбуш появился, не убил даже. Странно. Ой. И он появился прямо перед 50-м дверью. Меня убили. Короче, жди меня тут, я сейчас прибегу, окей? Ага. Я тебя буду возле двери с фигурой ждать. Окей. А что будет, если на... А что будет, если на амбуше? Да что за фигня с этим бурсом? Дурс, ну плохой какой-то фигня, реально. Вот дурс, ну плохой. Вот прям название соответствует самой игре. Ой, глаза. Так, смотри, Денис, может, еще какой-нибудь дурс поиграем? То есть, после вот, когда вот мы пройдем вот этот дурс, давай еще в другой поиграем. Ну, давай. Как раз есть вторая часть этого дурса. Так, а там вообще этот, много таких дурс, ну плохой, В1, В2, там очень много частей. То есть просто первая часть курса никакого атаки не будет. Типа у меня нет, ну ладно. Прикольно. Нет, вот это убегать. Ну ладно, игра это не такая. То есть в одной игре. Thank you.
как ты? Когда меня нет. Что-то он какой-то этот слишком обижается много. Ну, типа, я просто видео записываю и не могу ему тем более ответить. Я на компьютере играю и не могу ему ответить. А на телефоне там просто взял и нажал на чат. А тут на компьютере не получается никак ответить. Никит, поможешь стать бати. Че, реально? Да как? Кто меня? А, то он опять меня убил. Да блин, еще раз теперь надо бежать. Как он именно там прошел, я не понимаю. Во, он идет. Так, ладно. Пофиг. Как ты думаешь, что лучше, настоящий дурс или плохой дурс? Как ты думаешь, что лучше? Димит, что лучше, как ты думаешь? Что лучше? Ну, я не знаю. По графике, конечно же, лучше дурс. А вот и по сюжету, то есть молодцы придумали, а потом уже стали вот такие вот игры создавать. Сюжет классный. У них у всех одинаковый сюжет. Ай, это не так понимаю. Ладно, так, все равно не будет. Я причем ему даже не могу ответить, потому что я с компьютера играю, и никак не получается ответить. Вот именно у меня, то есть я даже не понимаю, что я не могу ответить. Он вот меня, похоже, там обозвал, за это записывалось. Видел? Видишь, Димит, он пишет в чате. Сейчас. Зарешетилась. Друг, пожалуйста, меня. Главное, не читай больше. Ты просто видишь, он там этот написал что-то, и там решеточки появились, он, похоже, меня обозвал. Да. Да ну почему? Ну что за фигня? Почему я пройти его не могу? Я в шкафу прячусь, он все равно меня убивает. Фигня какая-то. Вообще бесит, то есть ты смог, а я нет, странно. Надо, короче, будет, наверное, вперед просто бежать. Что-то странно, вот я до фигуры не могу дойти, блин, вот лагающий. Лагающая фигня. Идиот. Ну окей, обзывай меня дальше. Мне от этого ничего не будет. Блин, он просто вот меня обзывает, мне-то от этого ничего не будет. Максимум его могут забанить за то, что обзывается. Кстати, Димит, как ты думаешь, а на записи тебя хорошо будет слышно? Блин, я опять этот мод жгу, и его самого нету. Ну не то, что бесит, просто у него как-то выглядит. Вот. Ну он меня вызывает.
Ну, мне, в принципе, как-то без разницы, ну, типа, пусть меня дальше обзывают. Нет, от меня ничего не будет. Ух, надеюсь, хотя бы сейчас его пройду, этого ампуша. Все, Демид, Демид, какой код еще расскажи? 5, 6, 6, 5, 2, 1, 5, 1. Идем. 6, 5, 2, 1. Быстрее! Ну открой быстрее! Чё быстрее? Быстрее идём! Фух. Иди вперед, ты больше не... Так, прячься. Фу, побежали дальше. Только 29-я дверь. О! Вот так сделай. Так, ладно. Сейчас, подожди, Демид, стой, подожди, Демид, подожди. Продолжаем. Проходим. О, мигает, Демид. Все, прошли. Прошел. Бежим дальше. Так, мы где? Мы во дворике. Мы во дворике. А где кусты? Там же кусты вроде как есть. Во дворике. Там же вроде как есть кусты. Нет, разве? Да, нету Раши. Нет никого. Нет еще пока. Ты там спрятался, да, в шкаф? Или нет? Я просто не показалась. Ладно, пофиг. Вот еще, а вот второй сейчас сикует. А сейчас прикинь, носи. Вот прикинь, тут сейчас на глазах амбуш появится. Что, реально? Фига. Да, он не поправится. Прикольно. Все, побежали. Стой. Ой, бежит какая. Так, я помню, как это ходить. Ой, блин, забыл что-то. Так, сюда. Вперед. Налево. Ой, направо, налево. Убрал уже меня. Стой.
прям возле меня, вот он прям возле меня бежал. Потому что СССР это раньше Россию так называли. Короче, погнали дальше. Ой, а это где? А, вот, помнишь вот эту фигню вот? Только один раз за игру появилась. Ну давай проходи быстрее. Ой, а что у меня не получается, все прошел. Что-то как-то там глупо сделал, тут даже шифт не сделали. Ой, прячься, прячься. Гараж. Все, все, выходи. Бежим, бежим, бежим. Никит, все. Фу, прошли, да? Вон мы, вон, можем увидеть то, что он вот там вот стоит, видишь? Ты, а ты, а что ты стоишь, ты на месте ходи? Вот смотри, вон он сверху сейчас прыгнет. Да, я знаю. Что он прыгнет? А почему почему я продолжаю ехать? Ты где? Ты где, Демид? А, все, вот. Игра закончилась. О, мне куда-то ты поехать на другую карту. О, тут вторая часть. Погнали ее тогда проходить. Демид, погнали проходить. Демид, погнали проходить уже. Вторая часть, погнали. Молодец, прикольно сделал, прямо точно так же, как в обычном дурсе, только там поменьше дверей. И вот жалко то, что еще это только один амбуш. Надо прятаться. Тут свет мигает. А как надо прятаться? Ай, блин, меня убили. Слушай, я даже не знал, как спрятаться. Ты бы мне сказал хоть. Ладно, окей, давай я еще раз сейчас там прибегу. Что-то я даже не понял, куда прятаться. Просто я вот играл в очень реалистичную вторую часть, и там просто надо было нажать на Е, и ты спрятался за коробку, за камень или в ямку, а там вообще ничего нет. Странно вообще. То есть тут просто вот такие бочки. Понять, это более настоящий? Вот этот? Ну окей, как хочешь думать. Это Сик? Нет, это не Сик, тут бы музыка играла. Потому что если он в первой части, то куда прячешься-то? Так, продолжаем. Так, нет, это не Сик. Кстати, вот в той реалистичной части там Сик выглядел как большая кучка вот такая. Вот она просто за тобой ползла там. Прикинь? Да, Никит, да, Никит. Чё? Ты сейчас спрятался об вот этой голубой штуки. Ну-ну-ну, да? Это амбуш, типа. Это амбуш только голубой. Никит, ты можешь от этого амбуша просто убегать, ты можешь коробку не прятаться, когда мигает, ты просто уходишь и всё в другую комнату. Ну сейчас прятаться вот, надо. Фига, то есть можно просто выбежать в другую комнату? Да. А, фига. Ну, оно может не сработать, да? То есть вообще лучше, конечно, спрятаться. Вот он. Я видел, он там по комнате летит. Все, погнали дальше. То есть можно просто вот так бежать и бежать. То есть пофиг то, что амбуш. Или как это называется? Глубина вроде, да? Глубина это вот. Это глубина называется. Ну, как вот я видела, обычно там переводится как глубина это.
Да, вот он опять. Ты где там? Ты где? А, вот. Опять мигает. Чё, а что тут все двери открыты, вот это вот странное? Это потому, что проходил, это чел какой-то проходил. А, ну да, то есть какой-то чел другой прошел, проходил. Ну все, я понял, да. Вот причем в первой части Дурса там двери закрывались. А, вот смотри, тут их можно закрыть. Да, их тут можно закрыть, вон. Да, Никит, можно закрыть. Никит. Да. Я знаю концовку Дурса 2. Не говори. Мы вместе пройдем до конца и я пойму. Ты идешь? Блин, когда уже Сик будет? Так. Ладно. Проходим дальше. Украина зовут. Это не игра. Проходи. Тихо, сейчас сам. Вот он. Глубина, да. Ладно, проходим. Да. Есть, кстати, в Дух 2 еще монстр один. Это, короче, вот есть вот эти ящики. Да. И когда там нарисован рот, он тебя убивает. Это получается нельзя на этот ящик идти на этот ящик. Че, реально? А прикинь, да. Мы сейчас умерли, это было вообще. Что он тут делает? Даже свет не мигал вроде. Или я просто слепой. Да. А, то есть, их можно касаться, если там вот этот рот, но нельзя в них залазить, да? Ну да. А то коснешься случайно и умрешь. Это будет эпик фейл, конечно. А что ты всегда... слишком. Ну, блин, ты ушел сейчас куда-то, блин, далеко. И я что сейчас должен делать? И сейчас миллион лет столько же бежать, сколько мы бежали. Ладно, пробегу, что поделаешь. Придется уж. Короче, стой меня там, жди, окей? Ой, так, чтобы лучше сделать... Бежать дальше или... Ну ладно, побегу дальше. Димит, самое главное, там дверь открой, чтобы я просто мог пробежать дальше. А то у меня не всегда получается запрыгивать. Ты уже там дверь открыл? Да, открыл. Да. Все, окей. Ладно, Димит, смотри, а про что мы следующий ролик будем снимать? Вот как ты думаешь, вот что бы зрители хотели увидеть на канале? Какую игру? Ну, то есть, понятно, будем в Роблокс играть просто в какую игру? Димит, алло. Димит, Дик, какую игру-то будем играть в следующий раз? Димит, алло. Я тебя жду. Я слышу, я спрашиваю тебя, какую следующую игру-то мы будем играть? Не знаю, а ты как хочешь. Вот я вообще не знаю, вот мне как-то без разницы, вот, можно будет,
Ну, подписчики, давайте вот вы напишите вот... А, нет, точно, у меня же комментарии заблокированы. Ну, давайте проголосуем по лайкам. Давайте, если будет 10 лайков... Ой, не 10, давайте, если будет на этом ролике 5 лайков, то тогда мы с Демидом поиграем... Блин, я даже не знаю, ну, во что, блин, поиграть. Давайте, если на этом ролике наберется 5 лайков, тогда мы вместе с Демидом сыграем в Hide and Seek, где надо прятаться и убегать от искателя. Давайте. Демид, давай. Давай. Ладно,